Коммунальщики обещают закончить ремонт теплотрассы на Сегетской и открыть проезд по улице до 25 августа. Напомню, там меняют часть теплотрассы. На модернизацию системы потратят в общей сложности около 52 миллионов гривен. Общая протяженность теплотрассы, которая проходит через данную улицу, составляет 1300 метров. На оставшийся участок, как я уже сказал, 648 метров, будет выполнен, как и предыдущие участки, заменен на новые предизолированные трубы, которые рассчитан гарантийный срок работы данных труб 25 и более лет. А пока водители вынуждены искать пути объезда и простраивать в многочисленных заторах. Производить работы по замене теплотрассы в таком объеме, как они сегодня производятся, совместно с хотя бы одной стороной пропускной способности, это невозможно.